Ну что, с победы начали плей-офф. Да. Ключевой фактор. Какой в вашей игре был сегодня? Состав, собрался оптимальный состав. Практически приехали все игроки. То есть приехал Леша Браев, приехал Рома, приехал Слава Шейк. Ну все, в общем, сложно кого-то выделить. Командная игра сегодня нормальная была, я считаю. Нормально оборонялись. Конечно, Портланду хочу отдать дань уважения. Хорошая команда. Тяжело было играть, вот. И я рад, что мы выиграли с хорошим, уже сделали задел. У нас еще игру 13 очков, это радует. Вот. Есть какие-то моменты, которые, может быть, удивили, или наоборот, то, что нельзя позволить команде в следующей игре? Что-то выделялось? Да, блин, ну, в принципе, все, как и рассчитывал. Ребята трехики умеют кидать, Игорь, там, Салю тоже нам нормально. Хотелось бы не давать ему бросать, но это крайне сложно. У нас все-таки такая команда пердунов, можно сказать, старых. Они, короче, неохота бегать. На опыте стоят вот это вот. Ты среди них? Я, ну, можно сказать, да. Ну, такой я помоложе, но тоже уже сединой покрываюсь. На самом деле, еще очень важно было выиграть со стороны того, что западной конференции что-то это... Просаживать мы честь отстояли, вот, нормально. В общем, в любом случае, желаю удачи в следующей игре, проходите дальше, если получится.